скоро на этой сцене появится пара, представляющая Большой театр России. Это Анна Тихомирова и Артем Овчаренко. В жизни эти люди прекрасно ладят. Их даже связывают романтические отношения. Но их дуэт на сцене только начинает складываться. Репетируют они номер из советской классики. То есть из того времени, о котором они не имеют ни малейшего представления. Интересно, легко ли им даются эти... Живчик, я все время все сама, я все сама делаю. Сама-сама все делает. Я не могу, ты же держишь. Она привыкла сама, ну, как вам объяснить, чтобы ее поднять, она мне должна показать подход перед подъемом. Ты нигде не показываешь, что ты сейчас будешь делать, понимаешь? Я чувствую, что ему тяжело. Он говорит, у нас с тобой разные абсолютно подходы, толчки. Вот этот выворот ты торопишься. По музыке его построить. Подожди, по музыке. Он-то не успевает за тобой. Не знаю, я просто такой человек. Я все как бы пытаюсь сделать за партнера, а это, наоборот, ему неудобно. У нее инерция может быть другая, не совпадает с моей инерцией. Надежда Александровна называет меня бешеный москит. Аня! Мне необходимо понимать, когда она готова к элементу. Значит, здесь раньше прыгнуть надо на него. Это ее поймает, да? Ну, поймает, куда он денется, господи. Сейчас вот Тёмка говорит, я даже сейчас не даю тебе эмоций, потому что я вижу, что ты уже бежишь на поддержку, вот такая, все, и сейчас меня снесешь, и вообще никто ничего не получится. Сейчас я учусь, стараюсь больше поддаваться в репетициях или просто каких-то па. Когда мы поймем вот эту всю идиллию, да, как, тогда мы сможем делать многое, все, любую поддержку, любую это, которую надо сейчас вернуть. Попало куда-то, да? Нет, все в порядке? Нет. У нас машина повторов работает, и мы четко видим, что произошло. Сейчас обманут. Сейчас обманут. Смотрите, как сейчас обманут проект, а обманут всех участников. Ну это нечестно, честно. Сейчас ситуацию один раз, это значит, что мы... Что, давайте примем решение, что вы скажете, что был второй дубль. Мы готовы переснять финал, но мы будем об этом говорить
не хотят им дать возможности, но мы настаиваем. Она наступила на ногу ему, и он вытащил ногу, из-за этого она, то есть она не поскользнулась. Мы переснимаем финал. Волгов, ребятки. Хорошо, что финальная, замечательная, бравурная, потрясающая поддержка получилась, и вы так великолепно закончили номер. А бывало вообще такое, что вот что-то не получилось, и вдруг перетанцовывается при зрительном зале? Я слышала такое, у меня никогда не было, я никогда не падала даже, это первый раз в моей жизни. Да? А, Диана, у вас было когда-нибудь такое? Да, у меня могу даже, причем с одним и тем же названием, балета «Рубины», «Драгоценности». На премьере меня мой партнер поставил на ногу, так, и ничего не оставалось, как упасть. А выглядело это, как будто подскользнулось. И я была такая злая, я думаю, боже мой, это же моя премьера, ну, наша премьера, театр премьеры. Второй момент был тоже с рубинами, не открылся занавес. Идет музыка, мы танцуем, и думаю, вот сейчас в любой момент он откроется. А он не открывается, не открывается, не открывается. Ну, естественно, остановились, оркестр остановился. И когда вот такой фальстарт, конечно, второй раз себя зажечь, как сделали ребята, это очень тоже трудно. И они молодцы, что они выдали, да, и справились. Спасибо. Спасибо. Анечка, а вы там за сценой что-то сказали Артему? Жесткое. Нет, Артем здесь абсолютно не виноват. Это... У меня же нога вылетела, он, наоборот, так абсолютно. Вы всегда берете свою вину на себя? Да. Всегда? Всю жизнь. Партнерша? Мы, только мы как бы отвечаем за то, что мы делаем. Партнер, он помогает. Ну, давайте поговорим, да, о хореографии. Давайте. Азарий, вот кто из исполнителей вот был самый яркий вот в вашей памяти? Кого бы вы могли назвать? Ну, Марина Кондратьева со Славой Власовым, пожалуй. Да. Она передавала мне этот номер. Ну вот, это я заметил, да, это было замечательно. Марина Кондратьева в зале. Поприветствуйте ее. Я горжусь тем, что я был учеником Славы Власова в хореографическом училище. И он передал нам очень много из своего мастерства партнерства. Наши участники все сделали в этом номере или что-то все-таки они... Ну, если уж очень придираться, мне хотелось бы больше музыкальных акцентов. Та-та-па-пам-па-па, чтобы попадать в акцент. Но в любом случае, когда они вылетели, я поверил, что это молодой весны гонцы. Гонцы. И то, что программа культуры их выслала вперед, спасибо. Спасибо. Владимир Ильич, вот надо сохранять в репертуаре вот такие шедевры 30-х годов, 20-х, 40-х, 50-х? Обязательно. Большая традиция. Я должен сказать, комплименты большие, кто его передал им. Потому что московский дух в этом есть. Есть разница между Мариинским театром и Большим театром. Небольшое замечание. Слегка раньше музыки начинаешь, да, на, да, какие-то вещи. Вот я говорю. Вот, но это не имеет значения. Понимаешь, я понимаю, что ты с этим согласна, но ты должна сидеть на музыке. Адрес, пожалуйста, ваше мнение.
вынесли такой дух любви, страсти. Очень уверен, оба раза. Было очень убедительно. Не знаю, мне кажется, думаю, мы все начали переживать за вас. Спасибо. За вашу ошибку. Это может случиться с каждым. Мы каждый были когда-то на сцене. Мне кажется, вы уже сегодня себя увереннее чувствуете оба. И как-то партнерство, тоже дуэт получился. И мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Диана. А вы танцуете первый раз у нас на проекте этот номер вместе? Честно вам скажу, все номера, которые мы будем танцевать, мы танцуем первый раз. Каждый раз это будет премьера для нас. Ясно. Ну вот этого было не видно, это здорово. Я хочу сказать, что вот первая пара была с историей такой определенной Мариинского театра, а вы станцевали историю Большого театра. И я получила большое удовольствие, и спасибо вам. Спасибо вам. Ну что, приступим к голосованию. Напомню зрителям, что жюри голосует по 10-бальной системе и раздельно за каждого из участников. Итак, начнем, естественно, с дамы Анна Тихомирова. Господин директор. 10. Вот так. 10. Спасибо. Михаил. Музыкальность. Я прошу прощения, но все-таки 9. Так, Владимир. 9. Так, и Диана. 9. Оценки Артема Овчаренко. Андрис. 10. Тоже 10. Спасибо. Михаил. Пара есть пара, 9. Пожалуйста. 10. Диана. 10. Спасибо большое вам. Мы вас благодарим за выступление. Готовьтесь, набирайте сил для следующего этапа. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.